Внимание, внимание! В магазинах «Титан» огромный выбор бытовой техники для дома и дачи. Телевизоры от 990 рублей, пылесосы от 1490 рублей. Супер цены! Гарантия на весь ассортимент. Хочешь сэкономить? Приходи в «Титан». Это проект «Место происшествия». Мы продолжаем. Не уберегли товарища двое молодых людей на улице Украинской. Компания шла после пьянки домой, но не все из них соблюдали ПДД. Один из приятелей вышел с тротуара на дорогу, остальные не смогли его вернуть обратно. Итог — ДТП с «Жигулями» и тяжелыми травмами 18-летнего парня. Детали происшествия в нашем следующем сюжете. Вечером водитель «семерки» Даниил поехал в магазин за покупками. По пути он сбил человека. По словам Даниила, пешехода было не видно, он будто слился с асфальтом. Вообще незаметный был. У меня еще плюс встречный был, ушел. Меня ослепило немного и это. А сам с какой скоростью ехал? 60. Да я вот только выехал скоро. А куда ехал? В магазин. Из дома? Да. Это первое ДТП в жизни 19-летнего молодого человека. В такой шоковой ситуации друзья помогли вызвать для пострадавшего скорую помощь. Стаж большой? Полтора года. Это от этого не зависит. От этого не зависит. Тут чисто уже, да. Человек идет в сером, на фоне асфальта сливается, я думаю, из-за этого. Слушай. От удара на «Жигулях» смяло лобовое стекло. Судя по всему, 18-летний пешеход получил тяжелые травмы. Он упал на асфальт и потерял сознание. Молодой парень-то? Да не, живой, слава богу. А, живой? Живой. По словам его друзей, Льва и Александра, они шли после пьянки домой, но один из приятелей решил выйти на дорогу. Почему вы его на тротуар не отправили? Вот мы ему говорим, Окиш, иди сюда, и машина хлоп. То есть он только с тротуара выходит, и мы говорим, Окиш, иди сюда, он хлоп. И да. Уже он скоро, вот оно. Как вы сказали его имя, как вы назвали его? Серега? Его зовут Сережа. Тезка, как меня. Сергей Харуш Анатольевич, но... Кликуха Окиш. Почему? Да потому что у нас все кликухи. Друзья пострадавшего Сергея, несмотря на грустную картину, продолжали веселиться. Это смельчак, он дал. Мы, короче, шли тут, а он пошел, короче, по дороге. Вы, пожалуйста, вы не обязательно то, что я он понял. Он дал. Он реально дал. Он просто он пошел по дороге и все. А он... Водитель ни в чем не виноват. Он далеко от вас шел? Далеко от вас шел? Рядом с нами. Мы идем тут, он идет по дороге, ну как бы видел, мы. Параллельно. Да. Ухо, где разбито. Его хлоп, вот видите, благобоуха-то, она ведь не полностью разбита, она ведь сбоку разбита. Ага. Это чисто он головой туда влетел. Вскоре один из приятелей, Александр, доматерился так, что его забрали сотрудники ППС. Забрали кореша у тебя. Кореша. Клянусь, мама, забрали кореша. Отвечаю. Даже на улыбку не смотрите, потому что это шоковая улыбка. И только водителю Даниилу и пострадавшему Сергею было не до улыбок. Как выяснилось, пешеход получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.